Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дикий Волк, Фантом, как всегда, очень много подписчиков, пацанчики, поздоровкайтесь. Всем привет. Сегодня мы будем играть в очень классный режим, потому что я буду брать сиреноголового, я буду в него вселяться и мочить пацанов, и кого я убью, тоже будет сиреноголовым. Если петь, кушать, приятного аппетита, а я покажу, как я могу мочить пацанов. Например, я могу так сделать эту функцию и... Кого сейчас убью, это не считается, и сожрать его. Ну что? Я готов. Димас, а ты не говорил, оружие можно брать? Я скажу, когда можно будет брать оружие, но сначала еще пока не нужно его брать. Хорошо. Рано еще. Рано. И что я вдвое-то стало? А то ж не считается. Ну ладно, давайте, кто хочет, уже вдвоем будем. Больше не надо брать. Сейчас, сейчас будем подлавливать. Давай будем загонять их. Давай, придержимай, прижимай Бенди, видишь маленького Бенди? Давай, гони, гони его. А я буду с этой стороны. Есть! Есть! Нет, не есть, не есть. Попи шерсть. Так, там еще охранник бежит. Так, они сейчас будут спрыгивать. Я попробую его отсюда схватить. Он бы в воздухе, представь, четко ляща ему прописать. Было бы прикольно. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. И записываем какие-то прикольные режимы. Допустим, за сиреноголового. Сейчас я поймаю тебя, ты особо не радуйся. Почему нет мода на то, чтобы перекреститься? А, можно скачать. А он что, реально есть? Да, крестом по голове. О, отлично, надо будет скачать. Так, ну что, иди сюда. Есть, поймал. Ну зря, зря, Дикий Волк, давай, теперь настроя. Так, я отключу, чтобы он не дамажил тебя. Вселяйся. Так, теперь я включаю, чтобы они были агрессивные. Все, погнали, настроя. Ну, давай, я в тебя верю. Ничего себе, уже трое. Там мы тебя и под водой поймаем, не переживай, мы психи. Да, красавчик. Блин, я не могу быстрее бежать. На самом деле, кажется, что медленно, но он быстро бегает. Оп, ляща тебя сейчас. Сейчас, пацаны, давайте. Зажимают демоны. Три сиреноголовых. Боже, помогите. Стой, давлю. За мной целых двое гонятся, нифига себе. Еще один. Отлично, такой не вкусный. В здание зашел, от крыса. Все, я здесь помолюсь немножко. Ой, вкусненький. Пошел. Я здесь помолюсь, потом выбегу, окей? Молись. Отче наш. Окей, молюсь. Вперед. Так, на R английскую ничего не делает, на пробел не делает, на E он вылезет, я еще понял. Какой? Давай, Бенди, зажимаем, пацаны. Блин, Феникс улетел. Поймал. Красава. Поймал. В маленькие дверьки. А чё Фустик внутрь здания заходит? Это хочу еще раз его съесть. На всякий случай, на тебе. Так, и тебе, на. Мы, короче, сегодня всех кушаем, кого можно и нельзя. Вкусняшки, иди сюда. Блин, вот это стрёмный звук. Да блин. Продолжаем. Ты уже умер. Пацаны, кто еще живой остался? Димас, дай мне вселиться, пожалуйста. Кого? Дай мне вселиться. А, давай, хорошо, я отключу. Ты удали заново возле себя, поставь его. Догоню. Слился. Так, красава, включаем дальше агрессивных. Голова вылазит только. Кстати, да, видно башка одна. Слышите этот звук, когда заходит или выходит с воды? Странно очень. Да, вы слышите этот звук? Так, Аркс, это не в порядке что-то, надо тебя замочить. Давай. Фредди, мочи его. Хочешь ногой его, да, ударить? Лучше рукой бей, у него больше радиус, когда ты рукой машешь. Блин, не получается. Бенди, ты что вообще мочишь? Пацаны, я сейчас возьму одного помощника. Не хотел его звать в этой серии, но придется. Пришел робот с Fallout. На, вот это не про кого он мочит. Ты чё? Слышишь? Битва с... Ты робота сожрал? Так. А, я живой, да. Да, я сожрал тебя. Не, я тебя сожрал, алё.
Я тебя жгу, какой сожрал. Я псих. Ой, нормально, раскумарю вас сейчас. Жизнь не тратится у вас. Вот эта правая рука может паншотить кого угодно. Хоть пистерну. Да блин, я завис в какой-то кабаке. Да кто там во мне застрял? Надо его удалить просто. О, вопрос решен, ребята. На, держи бомбу. Ой, промахнулся. На. Попробую в этого попасть. Ой, далеко. Пацаны, прощайте, мне пора. Слышишь? Стреляем, попробуем. Я не знаю, сколько он дамажит. Отвали от меня. Обойдешься. Не убивается, что ли? Сколько уж у него жизней? Ты меня разворачиваешь. От того, что я стрелял лазером? А ты отвали ты от меня, сиреноголовый. Прикольная нет. Битва получается, мне нравится. Даже не ожидал. Берите сиреноголовых всех, будете против меня, робота. Конечно, у вас ничего не получится. Робот, короче, чуть не дамажит вас, пацаны, да? Мне кажется, мы не можем робота. Так, что-то вы меня бьете. И не получается. Робот полетел. Робот летать может. Ну, только на В. Так, кто взял мост? Четко попал. Да почему вы не умираете? Вот это взрывы делаю мощные. Не могут попасть, робот отваливает. А, дамажат. Да, пацаны, я не могу вам дамаг наносить, и вы мне не можете дамаг наносить. Хорошо, сейчас мы делаем другую битву, пацаны. Хотите, да? Мощную битву? Вы знаете, что вот это против вас будут они? Так, надо мне как-то с робота вылезти. А как это сделать? Килл прописать надо, во. Не, на бомбу. Чё-то не могу выйти с этого додика. Странно. Да, не спорю. Так, килл. Не работает, да? Если смотреть по табу, то ты мертв по табу. Да? Да, если по табу. Красный, это значит мертвый. А как меня убить тогда? Еще раз. Попробуй очистить все. Карту очистить. О, я знаю, что надо сделать, пацаны. Да не, значит судьба. Значит, это судьба. Сейчас, пацаны. О, сработало, пацаны. Красота. А, давайте сейчас сделаем очень много стреноголовых, и я жахну мощную бомбу. Так что, пацаны, это еще не все. Это только начало. Царь-бомба, что ли? Нет, не царь-бомбу. Так, я пока отлечу, потому что очень много дыма. Кто-то надымел сильно. Одна бомба столько сделала дыма. Так, я сделал, чтобы они вас не дамажили. Должно быть очень много штук, потому что не сработает. Горисмот не залагает. Не забагается, как всегда. Все, 50 штук. Ну, как всегда у нас, а по красоте. Так, и мы возьмем с Гринвича, потому что это единственные бомбы, которые очень эффективно на них работают. Нормально, но это не то. Не хотел я их взрывать, ладно, давайте так. Вот это звуки, как в страшных фильмах. Атака идет. Воздушная. Мощно. Пацаны, я всех убил? А, ничего не видно. Ну, очень интересно.
Давайте посмотрим. Никого нету, даже в воде нету никого. Так, пацаны, сделаем последний взрыв, но он будет под водой. Мне всегда было интересно, что будет, если взорвать очень много бомб, но под водой. Не бойся, не бойся. Не бойся. Это будет подводный взрыв. Все. Давайте мы удалим парочку. И сделаем так, чтобы они взорвались. Так, все, летят в... да, вроде четко попадаю. Под водой не активировались, да, вроде бы? А, надо побольше, побольше. Так, летит, летит. Ой, раскрутилась одна красиво вообще. Ух ты, у меня аж полет слетел. Вот это взрыв под водой. Давайте посмотрим, активировались? Нет, пацаны, они не активировались. Что такое? Так, все, пацаны, уходите. Ой-ой-ой, теперь точно, да, активировалось? Мы всю воду, короче, с карты вылили. Эхи, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!